Очень нравится мне луна в оранжевом тумане. Я уже говорила, что Мира утопила в этом ручье мячик. Она просто взяла его в зубы и положила в воду. И течение его, конечно, унесло. Я объясню. Здесь вот с гор идет ручей. Вот он проходит через наш участок. Мира здесь очень любит плескаться и пить водичку. А дальше он уходит в вот эти вот замечательные кусты ежевики. И уходит с нашего участка туда дальше. И что любит делать Мира? Я покажу вам вот на примере палочки из амхома. Она контрастная. Мира заходит в воду туда-сюда. Вот, и кладет мячик. Упс. И сейчас, кажется, я его вижу. Был снегопад, естественно, много талой воды. И, наверное, усилием воды его вынесло. Да, кажется, я его вижу. Ура! Его вынесло. Сейчас слезем, достанем. Давайте с вами вместе. У меня тут специальные сходы. Вот берусь здесь. И так, опа! Вообще можно было бы собаке сказать, чтобы она взяла. Мира, там мячик, возьми его. Вон мячик. Мирось, спустись вниз, возьми мяч. Да не там! Короче... Как всегда, я сама. Да можно было бы легко, но вот эта штука, колючка. Да. Ежевика очень сильно цепляет. Йо-хо! Спасен. Ну, круто. Теперь нужно дождаться еще одного мячика. Там еще один в кущерях. Но тут я уже забросила. Неудачно бросила. Но еще шанс есть, потому что он в горах, сколько еще снега. Ребята отдыхают. Мира, я надеюсь, ты больше не понесешь его в воду. Мира такая, надо подумать. Может, нет. Мячик выпал, но мы же не можем без приключений. Теперь там колечко. Сейчас покажу. Вон там коряга. И оранжевенькая за ней. Но вокруг кусты ежевики. Она пыталась вот там вот спуститься. Сама по себе, я ее не посылала. Но запуталась. Выдралась еле-еле. Вытянула палку. Теперь грызет палку. Потому что у кого-то слишком много ума. Ждем очередного снегопада или большого дождя. Хотя я сомневаюсь, что его оттуда вымоет. Течение идет... По этой стороне, вот по этой яме, по этой стороне, туда его прибило. Эвакуация колечка становится экстремальной. Пошел град. Что я указать, если оно, конечно. Не сдаемся. Мира. Мира, еще раз. Зайдешь с кольцом в воду, убью, блин. Нахрен.
Все, там, по идее, должна достать. Спасибо тебе, планочка. В который раз выручаешь. Первый раз я с помощью этой палочки снимала пуллер с дерева. Пуллер, кажется. Фух. Погодка такая. Горы, он почти не видно. Дымка. А эта дымка не... Смотрите, а там голубое небо. А там голубое небо. А здесь вот... Вот такое небо. И это... Эта дымка, это, скорее всего, град. Или сильный дождь. Вчера, или когда там... Вчера, кажется. Это было... Это был град. Мягко говоря, ничего себе. В общем, ура! Пуллер спасен. Инициатор моих гимнастических упражнений тем временем. Свята дитина.